Kuytner. I found out what Burke's been concealing. The interrogation wing is some kind of medical testing facility. He's using the prisoners as lab rats. For what? Not sure. I'll need Burke's retinal scan data to find out. I can't download that without setting off a million alarms. However, you still have that retinal prosthesis you stole from his office? Ага, вот if you're suggesting I use it to fool a retinal scanner, it won't work. The eye synthetic tissue spike needs to be connected to a real optic nerve. Otherwise, it just reads as metal. I know. That's why you need to take it to Quinn. I'll tell him to expect you. Kuytner out. Mm-hmm. То есть мне этот глаз все-таки понадобился. Палата сознания. Отрывок из речи Хьютеру. На кому-то не насрать. Мне больше интересно, для чего они такие опыты проводят. Может быть, они хотят сделать тебя... может быть, они хотят сделать тебя... конкурентом Sarif Industries. Я этого не нажимал, она сама. Ну, вообще-то нажимал, но думал, что я все-таки коробку выбрасываю. Ты лысая, фу. Лысая и страшная, фу-фу-фу. Вещь. Самая настоящая. Ну или как раз не настоящая. Так, а куда они ушли? А, все понял. Понял. Главное, чтобы никакая тревога не заиграла. Так, то есть мне нужно возвращаться теперь назад, да? К Квину. Ну и для чего... А, кстати, подождите, а карман секретарь-то я прочитал? А, это электронный... Странно выглядит она, смотрите как. Давайте посчитаем только из-за того, что она выглядит по-другому, чем другие... относительно других электронных книг. Мы носим за сидеями, как приделать к нашим телам механические руки и ноги, но я твердо уверен, что крупнейший потенциал для инноваций лежит все же в нашем собственном мясе. По-моему, это мы уже читали. Здесь, по-моему, либо те же самые заметки висят, либо... либо они все одинаковые, похожи друг на дружку. Окей, пока что ничего. I'm sorry. Все. Вот и все. Надо так с женщинами обращаться. Мне жаль сказать и уйти от нее. Так, здесь я, по-моему, все обшарил, да? Какая безлюдная территория, кстати, обратите внимание. Боже. Да, это так интересная игра, давай. Давай. Угу. О, крутящиеся круги. О, они крутятся в разные стороны. Ой, так быстро. О, нет. О, все. Да нахер, нахер, геймплей, будем на это смотреть. Вау, это потрясающе. Это круче, чем Тетрис на 15 сложности. Воу, воу, воу. Вы только посмотрите на это. Воу. Все, игра неинтересная. 0 из 10 этой игре. Она не дает расслабиться и почувствовать весь интерес. Теперь мне вниз спускаться. Знаете что? У меня икар дорого стоит. Собака, нет, я лучше спущусь, совсем охерели. Ой. Нет, я думаю, что если я буду спускаться здесь, то будет больно. Ну, хотя можно попробовать. Сохраниться только перед этим. Попробуй приземлиться на перила. Господи! Господи! Что ж с тобой, Адам Джонсон? Что ж с тобой? Сволочь. Нафиг тебя? Нафиг меня? I'm not a criminal. Это все, что я слышу от вас, ребятишки и ребятушечки, которые заперты в этих камерах. Еще, ведь сейчас проходите еще через одну секцию. Господи, вы что, шутите, что ли?
О, потрясающе. Зачем? Ну зачем это надо было делать? Ну на самом деле, у них что, них... Они серьезно это сделали для того, чтобы прогружать локацию? Так это слишком долго. Можно было... Я не знаю, что они сделали. Сейчас мне еще и вниз спускаться на лифте. Боже, господи, ЕПРСТ. Давай. Давай. Thank you very much. Ну, камон, да, господи. Вы откуда взялись, а? Я же тут трупики не спрятал. Упс, если они найдут, то мне придет капец. Это первое оружие, которое у меня было. Так, гипостим. Ладно. Охерительное автосохранение. Почему автосохранение здесь, а не после того, как я прошел через этот сраный сканер? Боже, вы считаете, у вас головой в порядке нет? Ну, я уж вырезал все это чудесное приключение. Так, ладно. Не ожидал, что здесь появятся новые враги, так что... Ну ладно, моя вина. Окей, согласен. Ага, вижу одного. Вспомнить бы, где этот выход в канализацию, из которого я пришел. По-моему, здесь, да? Да? Ей, меня память не подвела. Я мало... Или подвела. А, я здесь не подохну, если что. Как хорошо. Не надо никого уничтожать, можно обойти. Гораздо круче, чем стрелять в людей из дробовика, я считаю. На тебе твой глаз. So, what's the story? Just got off the horn with the commander. She says you got something for me to take a look at. Prosthetic eye, one of Burke's. We needed to get past a retinal scan, but it's useless like this. Aye. Without an active neural connection, it might as well be an expensive paperweight. May as well put a gobstopper in front of the scanner. Уменьшай, хватит, а то получишь свой круг. Solutions, Quinn. Think you can handle this? Lad, I may be just a mechanic, but I'm also the only thing keeping this whole bleeding facility from sinking into the abyss. Think I can manage a simple optic frequency bypass? Just let me get my tools. О боже. Где твои сраные инструменты находятся? Right. So that's it now. У него уже, окей. Sorry it took a little longer than I expected. Nearly break the damn thing once or twice. New TYM firmware and such. Now don't go fucking around with it. It's only got a limited lifespan due to the temp power source I rigged. It's only good for one use. Got it? Одноразовый? Давайте спросим, почему одноразовый? Why only one use? Without being hooked up to a proper battery, like your brain, the voltage spike from a single scan will trip the surge protectors, shutting it down to prevent further transmissions. It's a redundant safety mechanism built into the optic nerve to prevent frying your noggin in a dorsal ventral feedback loop. Short of putting the thing in your own head, which I ain't exactly equipped to do. There's no way around it. Besides, I think the commander preferred this way. Вряд ли я это одобрю, чувак. Он должен двигаться. Is it supposed to be moving? Aye. Bloody creepy that is. Try not to pay it any mind now. Things stuck in calibration mode. Trick is, I got it thinking it's plugged into a new host.
And by rerouting the system diagnostic checks, it'll keep trying to connect without detecting anything to miss, which in turn keeps it alive in a manner of speaking. Fucking brilliant piece of engineering work, if I don't say so myself. Как это вы? This is pretty impressive work for a mechanic, Quinn. What's that supposed to mean? There's more to old Quinn than meets the eye. No pun intended. You wouldn't be the first fool to underestimate my know-how. Well, there's more to this job than just a simple battery swap. I saw you modifying the BIOS. This is state-of-the-art hardware and software. You're not just a mechanic. You're a hacker. Ага, вылил на чистую воду. Ain't nothing you couldn't pull off with a degree in computer engineering and a little elbow grease. Come off it now. We ain't got time for this. Ладно, давайте продолжим. Well, hopefully this thing works. It'll work just dandy, so long as you don't do something stupid like drop it. And it ain't a bloody webcam. So don't try using it to spy the knickers of someone's skirt. Так, нужно вернуться к той заднице, окей. Ну, инфа есть? Нет. Тогда... А нет, подождите, у меня же денег дофига. No money back guarantee or warranty. You break it, you buy it. Да, я могу купить еще один пакетик. О, не могу. Ладно, может, могу продать тогда. Так. Что мне не нужно? Мне все нужно. Мне нужно 3750, да? То есть мне надо всего лишь-то 86 кредитов получить. Ладно, продадим тогда один гипостим. Так. У меня пластинка киберпроэнергии, есть еще батончик киберпроэнергии. Ну и, наверное, батончики продать. Или все-таки патроны. Так, у меня есть патроны для пистолета, которые надо продать. Все. Теперь можно купить пакет Praxis. Satisfaction guaranteed. Unless, of course, you fuck it up yourself. Окей, такс. У меня же еще квест остался. Я вот думаю, может все-таки посмотреть в интернете, где находятся эти предметы, но все-таки. Не найду их, провалю задание, будет оно висеть тут. Хотя ладно, неважно. Все равно, чтобы все ачивки получить, надо перепроходить игру заново и не использовать никаких пакетов Praxis'ов, не стрелять. Да ну нахер. Поэтому, если получится найти, получится найти. Будем проходить по-честному, короче. То есть мне сейчас надо возвращаться назад. О, господи, вы что, шутите надо мной так, что ли? А, нет, смотрите-ка, здесь все. Нет, стоять, если я пойду сюда, сейчас сюда. Игра, ты что, шутишь надо мной, что ли? Я не пойду туда. Ты трахнись башкой об стенку. Там двое чуваков стоят. Спасибо, что ты так... Надо мной пошутила сейчас классно. Нет, я не буду действовать по повелению игры. Я все-таки человек, у меня разум есть. Ты. А, я же могу сейчас так перепрыгивать, что это я. Что я туплю так? Отлично. А еще выше нельзя? Ау. Ну вот. Так, нет, похоже. Нет, все правильно, я пошел. То есть мне просто вернуться туда, где я уже был, надо, и все. О, господи, опять через эти двери проходить сраные. Блин, насколько можно? Киса, 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 киса. А я так и не понял, зачем мне эти биометрические данные было вводить? Может быть... А, нет. Меня они считают за врага. Короче, не знаю я. Это мне ничего не дало. Не дало. Ой, потрясающе просто. Вам же тоже нравится смотреть на эти прекрасные подзагрузки. По-моему, где-то были такие же подгрузки. Ты вставал между двумя помещениями, вот между двумя дверями. В таком маленьком помещении, и игра прогружалась. Нет, не Half-Life, там как бы было прям показано то, что игра загружает уровень. А вот такие вот скрытые якобы подзагрузки. В Mass Effect?
Где-то точно было. Я надеюсь, здесь враги не появились новые. Это будет глупо. Боже ты мой. Боже ж ты мой. Сколько можно бегать? Скажите, сколько у меня практисов вообще? 4. Ускорение бега нету случаем? Нет, это... А, вот, ускорение бега. Это пока что все, что мне нужно. У, какой я быстрый стал. У! Какой я классный. И креативный. И вообще, завидный жених. Слышь ты! На! Сама монстр! Ну-ка, подождите, может быть я смогу... Не, я думал, может быть можно друг на дружку поставить коробки и попробовать забраться наверх. Но зачем мне это делать, если я могу и так забраться наверх? Главное не облажаться. Нигде надо сохраняться через каждые 5 секунд, чтобы не бегать лишние. Лишние 5 секунд! Господи, сколько можно! Сраные биометрические данные! Заткнитесь! Идите в задницу! Я так и не понял, зачем мне сейчас вставлять какие-то всяческие данные вставлять, если, блин, я раньше прошел через такой сканер и ничего не произошло. Ничего не случилось страшного. Я не понял, если честно. Пип! Пип! Пип, fuck you! Не пипай тут мне. А можно ускорение перезарядки сделать, да? Точно. Subject recognized. Access granted. Я так и не понял, что мне давала та вставка диска, которая производилась в середине той большой комнаты с заключенными. КПП или КПЗ, или как оно там называется. О, боже. Да, и вставляй этот сраный глаз, надо только сохраниться перед этим. Access granted. Ей! То есть назад путь... Ну, я думаю, назад путь все-таки будет. О, красивые картинки. Ни хрена себе, мы в какое подполье спускаемся. Эй, ребята! Где мы? У-у-у. Вот это круто. Jensen, it's Keitner. Where are you? Не знаю. Concealed elevator inside the prison's restricted wing. Your gun-running neural engineer deserves a raise. I take it the eye worked then. Good. Now listen, if what you say is true, if Burke really is using the prisoners here as lab rats, I need proof. Hard evidence that I can take to Interpol. An entire prison full of kidnapped civilians isn't enough? You're an ex-cop, Jensen. You tell me. How many death row inmates crying on about their innocence have you seen getting out? Point taken. I'll see what I can find. Найти доказательства для Интерпола. Обосраться задание. Так значит, для Интерпола. Ну-ка, на, быстро сделали его виновным. Все. Ну или Путина пригласить. Достану им Путина. И пусть, наверное, классно. На какую, мать его, глубину я сейчас спустился примерно? Мне вот это интересно. Я такое чувствовал, что я победил Джеймса Кэмерона сейчас. В своем спуске на днище. После того, как снял Аватара. Это как бы сейчас двойной смысл фразы был, так что неважно. Please don't leave me like this. No hope. Holy fucking shit. Nothing to do but kill me. А как? Я бы тебя сразу сейчас убил, так это невозможно. Ох ты, мать твою. Вы серьезно? Рейтинг безопасности 5? А, ну может быть это здесь есть код. Гэри. Когда будет возможность, посмотрите, какие данные на компьютере лаборатории. Зайдите на его имя. Отлично. 5 уровень безопасности, рядом лежит книжка, которая позволит мне
зайти туда бесплатно. Чё? Это же Сулпкт. Сулпкт. Я, наверное, бил как-то по-другому. Воу. Воу. Тиффани Каванах писала: «Мистер Пейдж, ситуация в Раффлман Бэнк возмутительна. Я понимаю, что мы несем ответственность перед Беллтауэр за исследование в этой области, но возможные успешные результаты ни в коей мере не оправдывают средства, которые они используют. Более того, я не уверена, что их конечная цель отвечает принципам вашей организации. Во всяком случае, я так думаю. Мы с Гэри обсуждали этот вопрос, и думаю, он со мной солидарен. Должен быть другой способ. Мы же убиваем людей». Боб Пейдж, это тот как раз таки антагонист из Deus Ex 1. Это его ответ как раз таки вот этой вот... вот этой докторши, которую мы видели чуть раньше в катсцене. «Я разделяю ваше беспокойство, Тиффани, я тоже принимаю все близко к сердцу. Потеря жизни — это трагедия, но в конечном счете это необходимо. Мы должны думать о будущем, и речь не о десятилетиях. Этот проект имеет огромное значение для ближайшего будущего. Мониторинг на Омеге требует огромных вычислительных мощностей, а небеса почти открыты для общественности». Заткнись! А еще... Женщина, хватит! Сейчас тебя прирежут здесь. Ты помолчи немножко. И только ОСМ хотя бы приближается к вычислительной мощи, необходимой для наших операций. Ставить подобные вещи выше человеческой жизни может показаться жестокостью, но эти проекты... Так. Я не могу здесь вытаскивать оружие, отлично. Я подумал, может, я могу и убить. Нет, не могу. Прекрасно. Я сбился теперь. И речь не о десятилетиях. Мониторинг на Омеге требует огромных вычислительных мощностей, а небеса почти открыты для общественности. А еще есть геотермальные станции. И только ОСМ хотя бы приближается к вычислительной мощности, необходимой для наших операций. Ставить подобные вещи выше человеческой жизни может показаться жестокостью, но эти проекты спасут гораздо больше жизней. Разумеется, я рассматриваю и другие варианты. Если Rifleman Bank не сможет добиться явного улучшения, придется закрыть этот проект и пойти другим путем. Я говорил об этом с Гэри. Я думаю, он согласен, но мы должны... взять себя в руки, чтобы добиться хоть какого-то результата. А пока... Вы правы, абсолютно. Количество потерь неприемлемо, но я содрогаюсь от одной мысли о том, каким бы оно могло быть без вашего участия в проекте. Сраный хрена лис. Вы всегда думаете о человеческой составляющей. Понимаете, я не полностью развеял ваши опасения. Понимаю. Чтобы это сделать, мне пришлось бы попросить вас пойти против себя и начисто забыть о сочувствии. Но я прошу вас остаться с нами и применить это сочувствие на благо. Вы наша совесть, Тиффани. Вы нужны нам, вы нужны Гэри. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это я читать даже не хочу. Тиффани, я составлю заказ на оборудование. А, да, это мы читали, по-моему. Господи, Тиффани, я, конечно... О, боже. Я, конечно, понимаю, что ты... Что это ты познакомил нас с Кэти, но у меня будут большие проблемы, если кто-нибудь узнает, что я увидел эти записи. Я уж не говорю о том, что отправил их тебе. Умоляю, удали их и забудь о них, как только посмотришь. Даже не представляю, чем они тебе помогут. Похоже, записи почистили, но кто я даже не представляю. Что это за мужик? Шпион какой-нибудь? Кстати, где ты? Может, встретимся как-нибудь? Дети заскучились по тете Фанни. Академия Уэстпойнт. Имя бла-бла-бла, неизвестно. Беллтауэр Ассошиэйтс. Увольнение с лишения прав и привилегий. Психологический потребность харизматичен, стремится к лидерству, волевой, способен стремиться, бла-бла-бла. Соматические импланты, мини-система, страж, кожная защита. Разные. Искусственные изменения скилли, это конец. Джерри, я говорила, что никогда не попрошу об ответной услуги, но мне очень нужна твоя помощь. Ты уже несколько лет в Беллтауэр. Не мог бы ты достать одно личное дело из архивов? А именно... Ага, Питера Берка. Да, я много прошу, но ты меня знаешь. Я бы не просил, если бы у меня был другой выбор. Искусственное изменение скелета с помощью экспериментальных нанотрубок и системы страж. Я тебя сейчас очень-очень-очень сильно бить буду! Я тебе 300 тысяч имплантов ставлю! Заткнись уже, ты раздражаешь! What the fuck? А это что такое? Видимо... Подождите, я не понимаю. То есть я вот эти устройства хранения данных собирал вот для вот этих вот... А, отлично, тут стоит доктор, а якобы тут хожу, ладно, неважно. А что я с тобой сделаю-то?
What the fuck? According to Commander Burke, initial field tests are positive. Operatives report function within expected parameters. Never mind the cost. Nah. Quite the house of horrors you got here. You letting anyone in, or just women? Who are you? How'd you get down here? This is a restricted area. Obviously. You wouldn't want the rank and file knowing what kind of sick experimentation is going on down here. No, you don't understand. I'm not... Where's Burke? And your research partner, Savage? Burke went back up to the base. And Gary left. Told me to be smart, keep my mouth shut, and do whatever Burke tells me to do. For now. For now? I heard the three of you talking up there in the morgue. Sounded like you don't exactly fit in here, Dr. Kavanagh. And who the fuck are you? The name's Jensen. I came here looking for someone. Megan Reed. Reed? I've seen her research. Gary thinks it could be the key we're missing. If she can be convinced to come here. Megan Reed was kidnapped, Kavanagh. Violently. As was her entire scientific team and the dozens of women you've been torturing down here. No! You don't understand. I'm trying to save them. Chihuahua! We were sent here to put the OCM project back on track. It wasn't until we got here that we realized what that meant. And by then it was too late. Новая информация. Как расшифровывается OSM? OCM. Savage used that term in the morgue. What does it mean? Organic computational matrix. It's a means of cross-connecting living brain tissue and artificial intelligence systems to create a supercomputer of unparalleled capability. Part flesh, part silicon. That's what you're doing down here, turning prisoners into computer parts. Human brain activity has to be integrated with the technology, or else it won't work. Even DARPA knew that. Что за DARPA? What does DARPA have to do with this? Nothing. Not directly. In 2007, they started looking for research partners to help develop an artificial cognitive science program that could increase a soldier's situational awareness in the field. A number of private sector companies submitted proposals. Bell Tower being one of them. No. Bell Tower was a private military corporation. DARPA wanted researchers. But one of the companies who did submit something was a biotech corporation that deals with Bell Tower. And they believed a successful program could be designed if it could be wired directly into the soldiers' brains. DARPA wasn't willing to go that far. So this biotech company took the idea to Bell Tower. A corporation that, being privately funded, doesn't have to concern itself with political or ethical debate. Сколько заключенных подключают к этой штуковине? Just how many prisoners are being wired into this thing? I don't know. But a lot of them don't seem to survive for more than a year. I've told the others there's no way this project can stay viable with these kinds of numbers. But the OCM computers have to have them to work. Computers? You mean there's more than one of them? There's several. This is just where the process starts. The factory floor. We select the candidates here, implant them, and ship them to the other locations. It's all very efficient. Yeah, except your candidates keep dying. Потрясающе! Представляете, через несколько лет, по десятков лет, будут приставки, которые состоят из живой плоти. Два года послужили, все нахер, выкидывай, бери новые. Там, знаете, будут такие названия. Мозг почки 360, допустим. Playballs 3, какая-нибудь, это не важно. Исследование Меган. You seem to think Megan's research is integral to salvaging this project of yours. Why? It's not my project. Had I known before I came here. Right, just answer the question. We're experiencing cross-systemic failures with the tech. Over time, subjects implanted with OCM augmentations suffer complete neurological breakdown. They pretty much burn up from the inside. Gary thinks it's a problem with the acceptance of the P-dot array. I've heard that phrase before. It's the building block of modern neuroaugmentations. Dr. Reed's been reshaping it.
changing the way it bonds with living tissue. The mutagenic gene combination she's introduced into it, well, frankly, it's astonishing. Enough to warrant her kidnapping? So she'd be forced to work on this project with you? She's not on this project. I don't know what she's doing or where she is. This is the first time anyone's ever mentioned kidnapping. Хорошо, давайте продолжим. You're really gonna stand there and try to justify your role in this, aren't you? People are being enslaved, Kavanaugh. Enslaved and crucified. It wasn't like that at first. I thought we were gonna make a difference, do something incredible for the world. Right. And look how incredible it turned out to be. But you can still make a difference, Doctor. You can help me blow the lid off this place. Are you insane? I can't. There's too much money invested in this. Burke, the people I work for, they'll kill me. They'll hunt me down and kill me. I know people who can protect you, hide you. Interpol is just waiting for evidence to tear Bell Tower apart. It's not just Bell Tower. Oh, God. Oh, God, am I really gonna do this? You can't get me out through the prison. Burke would stop us. Then we'll have to do what Savage did. Take a submersible. We can't. The hatches to all the docking hangars are locked tight. The only way to unlock them is by using the security console in the prison command tower. Burke keeps an eye on us that way. Then I'll have to go back up there and unlock it. Well, you gather as much evidence as you can carry. Oh, my God. I'm really gonna do this. Damn right you are. Now get moving. I'll contact you when I unlock the hatch. All right. Fine. But, Mr. Jensen, please, hurry. Hurry! Hurry, hurry! Ты тут винишко пьешь, да, когда работаешь? Обосраться просто. Набор первой помощи? Для чего он мне? Окей. А, может быть, уничтожить можно. So sorry. Её. Don't hurt me anymore. Прекратим страдания. Все. Ой, это еще что за... Смотрите, это глазки такие. Уть. А это ротик такой. Забавно выглядит. Новая газета. Да, новая. Лидеры биотехнологий проведут дебаты по этике. Международный совет по биотехнологиям и этике в научных исследованиях МСБНИ объявила о предстоящем созыве в начале следующего года с целью обсуждения проблем и будущего механических имплантов. Совет представил перед собой три конкретные цели, заявил Кристиан Хук, глава Генского университета биоэтики и председатель руководящего комитета МСБНИ. Во-первых, провести честные и открытые дебаты по текущим тенденциям в исследованиях нейропротезов. Во-вторых, предоставить подробный прогноз будущих возможностей механических интерфейсов для человека. И в-третьих, оценить текущие тенденции в области менее инвазивных технологий. Заявление МСБНИ было сделано сразу после массовых протестов по поводу отзывов имплантов. Кроме того, МСБНИ призывает провести голосование ООН по вопросу регулирования индустрии. Небеса открыты для всех. Page Industries наращивает темпы строительства первой постоянной космической станции под названием Небеса. Орбитальный курорт вместит 12 тысяч гостей и будет включать 5-звездочные рестораны и отели. Ориентировочная стоимость за одни сутки 100 тысяч кредитов. Вы не охерели? Там нет? Идите в задницу, лучше 3 телевизора купить. Ой, электромагнитная граната, это хорошо и... Нет, а зачем мне дрочки с транквилизатором, если у меня нет винтовки? Ну давайте возьмем, может быть где-то ее найду. Вроде бы ничего не пропустил.